В минувшее воскресенье в Жирновск прибыл Дед Мороз. На площади его с нетерпением ждали дети, радуясь возможности пообщаться с волшебным дедом, веря в чудо. Как вы думаете, девочки, настоящий Дед Мороз или нет? Да. Почему вы так думаете? Того, что дарит подарки. Какие подарки заказали? И скажем, а то здесь сбудется. Ну как же, он лишний раз вас услышит, между прочим. Я набор юного модельера. Какие подарки Деду Морозу заказали? Плеер и вертолет на пульте управления. Прибытие Деда Мороза традиционно пытались сорвать недобрые сказочные герои. В этом году лиса Алиса и кот Базилио. Хотели стать на место главных героев праздника, да, как всегда, все перепутали. Хотел поскорее на праздник попасть, на эту елочку, и перевел твои часы на час вперед, чтобы мы раньше всех пришли. Поэтому, когда ты была в избушке Дедушка Мороза, твои часы показывали 9. А на самом деле было только еще 8. Так что ты будильник ему правильно перевела. Зло ретировалось, и вот он, долгожданный момент. Уж эти Дед Мороз и Снегурочка точно настоящие. И значит, праздник состоится, и подарки появятся под елкой в положенный час. Вот на нашей елочке праздничный наряд. И блестят от радости глазки у ребят. Здравствуйте, хорошие! С Новым годом вас! Праздник начинается! Заждались вы нас! Ирина Благочинова, Алексей Доронин для программы «Новости».